перестаю благодарить Руслана Нургалиевича и Фариду Султановича и правительство Республики Татарстан за то, что с вами очень удобно и комфортно работать нам, как инвесторам и как уже части такой замечательной республики. Не прошло и года, меньше года прошло, то есть в ноябре мы забивали первую сваю, а сейчас посмотрите, мы с вами находимся в таком замечательном, классном доме. Мы рады, что открываем сегодня первые 50 тысяч. Знаем, что это поможет увеличить продажи не только нашей компании для жителей Татарстана, но и продажу производителей Татарстана на территории Российской Федерации и на территории других шести стран, где мы представлены. За этот год произошел колоссальный скачок. Мы выросли почти в 5 раз. Уже сейчас объем продукции, реализован через нашу площадку производителя Татарстана, составляет почти 1 миллиард рублей. И количество производителей уже свыше 500. И это тоже очень большой рост. Это новые рабочие места, это большие инвестиции, это площадка для того, чтобы малый, средний бизнес мог через вот эту площадку продвигать свою продукцию.